Что же, снова здрасте, дорогие друзья, с вами по-прежнему Faster Van Light, и наконец-то у нас команды разобрались с тем, как наконец-таки запустить сервер, и начинается у нас противостояние команды HandFace и Knights of Rulis. Напомню, игроков команды HandFace и Knights of Rulis, за HandFace играет Клауди, Никиша, ВСЕ, Кэрри Плеер и ТВЕ, в то время как за Knights of Rulis играет Sunrise, Симонтик, Рослав, Black and Face и Golden Life. В то время здесь уже проблемы в яме у СК, он выходит на лонг, здесь вы должны его принимать с лонга, его обходит с лонга, но он вообще не чекает Никиша на лонге, не справляется с стрельбой, и в итоге его убивает Голден. ВСК готов принимать с пушек, но почему-то не идут. Террорист играет очень медленно. Тем временем у нас уже теряется еще один игрок защиты Кэрри Плея. Слышит Black and Face, как переходит у нас два КТ-шника на плент Б, дает информацию своим тиммейтам. Сейчас будет выход на плент, так раз таки принимать все это будет у нас ВСК. ВСК попадает хорошо по Блэкфейсу. Блэкфейс уходит у нас, и ВСК сейчас будет давить. Хороший хэдшот от ВСК, два хороших хэдшота от ВСК. Но, к сожалению, его давят. Клуди справится ли с ЦЗшкой против трех и своим тиммейтом ТБЕ. ТБЕ должен выходить вместе с своим тиммейтом как-то тимплей на ТБЕ, убивает одного. Хорошо, Клуди и ТБЕ смогут ли вытащить такую ситуацию? Ну, ТБЕ не справляется. Клуди, давай тащи ЦЗ, сила. Покажи нам свой личный скилл. Но остается 50 хп, меняет на по 2000, понимая, что в этой ситуации лучше играть с нормальным пистолетом, чем с ЦЗшкой. К сожалению, попадает в голову, и первый раунд уходит в копилку команды 12-го фруя. Ставится бомба, и, соответственно, экономика команды сильно растет. А вопрос, сейчас будут ли делать форсбай? Да, делают форсбай, потому что это популярное, в принципе, решение в последнее время. Каждая команда, которая играет в любом турнире, да даже в пабе делают форсбай после первого проигранного. Ладно, может быть, в пабе не так часто делают форсбай, но вот на турнирах действительно часто, на тех же GSL, которых мы с вами видели, выходит на шортки, реплей стоит в упоре с 5-7, он вообще слепой, стрелял в никуда, куда-то вверх, ТБЕ разменяет хотя бы одного, ТБЕ, отрицательный стрельба, попадает все-таки в голову, ТБЕ зажимает ТБЕ, он умирает, и последний у нас играет за Сена Маглок. Клуди, его убивают в бок, здесь уже Никиша выходит в спину, Никиша не убивает никого в спину, но пальцы в местоположении, здесь его помогает тиммейт ВСК, хороший хэдшот по Блэкфейсу, ВСК остается 1 в 2, тем временем отстрелил он уже Блэкфейса и 12 патрон, 12 патрон это очень мало, имеется в нем армор, там полхиповые игроки, флэш, ВСК, у ВСК есть диффуза, так что есть, у него много времени выходит с фармганом, Голден, или нет, Симонсик, извиняюсь, здесь оба фармгана, по звуку они мало чем отличаются, ВСК решил выйти в бок, но Голден прикрыл своего тиммейта, второй раунд для Dynasty of Rulis. И что же, пока что 2-0 без какого-либо желания играют HandFace. Нет, с желанием, конечно, играют, но вот что-то креативного, того, чего не ожидать, Dynasty of Rulis они не придумывали. Форсы берутся неожиданностью, то есть в полной наркомании. Сколько я видел взятых форсов, пистолеток, это парни творили настолько лютую ересь, что представить страшно. Тем временем у нас трое будут дефать на Б, ТБЕ подсаживают, ТБЕ слишком натопал, еще Кэрри Плея должны бегать, хотя Кэрри Плея прекрасная стрельба, убивает он в итоге Ярослава, забирает его девайс и уходит, остается 3 в 3. Есть один девайс, бомба у нас пока что не определилась, куда же она пойдет, но заняли Б плент, Sunrise дает информацию своим тиммейтам, что ребята, на Б никого, идите ставьте халявный плент, и выбивать сложно будет сейчас HandFace'ом, потому что не знают они где, и мне нужно Voice Enable 0 прописать, но я думаю, это ничего страшного, потому что не хочу слышать голос команды, я думаю, и вам тоже не особо хочется, ибо иногда они говорят не совсем цензурные вещи. ВСК стоит в апдауне, прикрывает его тиммейта, но здесь все слышно, понимает, что никто не идет с базы, дал информацию, что примерно хотя бы два человека есть на апдауне, и сейчас уже там ждут, ребят, обновил смог у нас Sunrise, Blackface ждет, флешка... Флешка должна идти, да? Флешка идет, слепит ВСК, плохо слепит ВСК, и будут ходить сейчас вместе, хаешка, бомба пикает очень уж быстро, и что это такое? Это просто... hold position? Really? Что они делают? Что они делают? Hold position? Когда там бомба пикает, ну либо вы засейфтесь, хорошо засейфтесь, либо чего не делаете, в итоге отдали у нас два девайса, и остается один живых кэрри плеер с Мактеном. 3-0, и все равно ведь закупать нормальные девайсы будут. Зачем сейвил Мактен, если ты играешь нормальным девайсом? Нет, ребят, у нас некоторые проблемы со стримером были, но мне вовремя отписали, и я пришел на смену, так сказать. 3-0, и есть по одному АВП у команд. Посмотрим, как они будут его разыгрывать. Тем временем здесь уже готовится экшен в апдауне. И Кэрри Плеера подсаживают. Он реально играет с Мактеном! Он играет с Мактеном! Sunrise кидает гранату. Sunrise у нас с чем? А Sunrise, по-моему, с калашом, да. Sunrise с калашом
пошла флешка. Слепой карри-плеер, слепой карри-плеер получает в голову и отправляется пока что в таверну в одиночестве. Но скоро его пополнят, его, так сказать, встретят в этой таверне, его тиммейта. Потому что что-то мне... Хотя нет, ВСК. У ВСК стоит у нас Blackface, а там еще стоит Ярослав. Ярослав, хороший хэдшот по ВСК, выбивает он в итоге авик. Сети плееров, ТБЕ, Клуди, ТБЕ откидывает смоук. Клуди просто решает сыграть на апдауне, если что, перетянуться на плента. Здесь на планге стоят... Ну, как стоят? Никиша дает инфу, слышит. Он террористов, но вот... Не знаю, это на нем вообще террориста, может сейчас выйти в спину хорошо, Никиша выходит в спину, увидел террориста, стягивается к Луди, Ярослав, не ожидал увидеть Никишу, Никиша, хороший зажим, Никиша, минус 2, но делает сразу же размен, у нас Голден заходит на плент, Голден, не бьют ли его в спину, Голден, по-моему, не должны убивать его в спину, а вот ТБЕ могли увидеть. И его убивает, соответственно, спину остается у нас последний. Клуди хорошо зажимает по Голдену. И Клуди, давай, тащи. Нам нужна борьба, Клуди. Санрайз и Клуди остаются последними. Имеется бомба у Санрайза и имеется плент Б, открытый у Санрайза. А об этом даже не догадывается Клуди. И просто чекает свои все позиции. Думает, уже выиграет раунд. Нам поймет, ну, конечно, поймет, что это Б. Да, сразу стягивается у нас на плент Б. А Клуди и играет через апдаун. А где его чекает, собственно, Санрайз? А Санрайз ждет его шорта! А Санрайз-то ждет его не там! Ну, в принципе, Клуди не должен его увидеть. Вот аккуратно прочекает все позиции, хотя знает, догадывается о том, что там кто-то есть. Клуди! Клуди прочекает! Топнул Клуди! Клуди свою позицию и хедшот! Хорошо, 9 хп, правда, остается у Санрайза, но он все же подтащил этот раунд, с чем мы его и поздравляем. Ну что же, 4-0, Dynasty of Rulis, тотальная доминация, и 5 пистолетов, один даже обычный, который дается спецназу, дефолт на карри-плеер, получает хаешку под ноги и отправляется к праотцам. В итоге у нас трое играют на планете Б, один Никиша играет сейчас на планге, это в упоре, и его могут без проблем убить. Аккуратненько проходят террористы, правда, на шифте Ярослав может сейчас убить его. ТБЕ его в спину, хотя там уже на плент Б заходит, хотя ВСК не знает, но ВСК убивает всего лишь одного, как качество патроны, и заканчивается раунд, в принципе. Патроны закончились, как и раунд 5-0, и неужели я приходил, чтобы видеть 5-0? Ребята, я хочу видеть борьбу. Я хочу видеть борьбу, я, конечно, понимаю, что в атаке можно сыграть, но здесь сложно что-то... сказать про хэндфейсов, потому что пока что они максимально расслаблены. И снова в четвером на Б. Вот это вот уже может сработать, четвером на Б. Не ожидать сейчас у нас 12 оф рулис такого. Это быстро Санрайз зажимает, даже было. Смог не зажал, Санрайз видит одного, но там уже его тиммейты умирают. А здесь, кстати, выходит все-таки кто-то на плент. Немножко потерял я камеру. Клуди и ТБЕ играют просто за ручку. Клуди минус Ярослав. 2-3 ситуация. Ну вот, позиция Клуди дала себе знать. И сейчас они пойдут на плент. Никиша догадывается об этом. Никиша. В руках флешка, в сердце надежда на победу. Никиша смотрит яму, а здесь в апдауне Клуди. И выходит через апдаун, видит его сейчас Blackface. Но Клуди попадает один раз в голову у Blackface. Blackface, а не Blackface. Почему я его назвал Blackface? Ну, значит, Blackface, так, Blackface. У Blackface остается, в общем, 9% здоровья. И тот все-таки через шорт решает выйти, но такая себе идея. Мало хп, но делать что-то нужно. 50 секунд, время есть. Можно поиграть на нервах спецназа. Клуди. Можно было, в принципе, вообще Blackface топать где-то в яме, чтобы тогда Клуди стянулся, а одному Голдену выйти, а Голден с ВП, и Голден выходит, и ловит тайминг, Голден, здесь уже играет с хелп и Клуди, ждут его, и минус Клуди, прекрасная разыгровка от Dynasty of Rulis. Никиша остается последним, с эмкой, хотя бы мобильный девайс, но если был бы АВП, можно было бы засейвить, идет он в апдаун, и оттуда именно будет работать. Топает, слышит его Blackface, и... взял гранату, спалил свое местоположение, чуть не умер, Голден промахивается, Никиша пошел раш, иди с пистолета, его забирают, ну что это такое, ни с калаша, ни с эмки, не летит, то хэндфейса. Хорошая стрельба. Действительно, хорошая стрельба от
Не от хэндфейсов, от 12-го Фролис и очередной бой от хэндфейсов. В принципе, если они проигрывают 7-й, они проигрывают и 8-й, потому что экономики у них как таковой нету. Но у 12-го Фролис тоже все печально с экономикой, они часто умирали, они как бы бомбу, правда, ставили в одном раунде всего лишь. Пошла граната, которая, в принципе, никого не кусает. Ярослав врывается, здесь кэрриплеер, сразу еще кто там кэрриплеер дефает от... Симонтик, реплеер с дробовиком, сделал всего лишь минус один, но и этого вполне достаточно, чтобы как-то уравнять очки за своей команды. ВСК, по-моему, каким-то там чудом убил ТБЕ, отстреливает, и мне совершенно непонятно, так, а здесь Никишу почти что забрали в спину, должен принимать ТБЕ, хотя Никиша откидывает флешку, Никиша опять снова не собирает в спину. Голден знает, что есть в апдауне, должна взлететь сейчас граната, взлетает Молотов, и Молотов... Ничего не делать, в принципе. Хаешка, он все сам пошел и сгорел. Нахрена он это сделал? Что за человек 2007 год? Знает о том, что там кто-то был, дал информацию его тиммейт, потому что, господи, он там стрелялся 2 часа. Здесь ничего такого нету. Здесь стоял и ждал его бланкфейс. Мы видели, что он стрелялся. Так что это... Не думайте, что это вакейшн. Это... Прям... Такой момент на скилле, где инфа работает, полетели смоки на хелпу и... Вот так вот. Blankface со своим тиммейтом и Голденом сейчас будет ставить бомбу, а здесь ВСК делают правильное решение, сейвит. Ведь единственное правильное решение в этой ситуации — это сейвить. Ну а что же, интереснейший матч. Хотя бы интересно с ним смотреть, знаете, нет такой скуки, где размены 5 в 0, где... Ничего такого непредсказуемого нету. А здесь есть шансы у хэндфейсов тащить, но Dynasty of Rulis постоянно где-то на чуточку впереди своих оппонентов. Просто на шажок, на мили шажок, на секунду быстрее, на сантиметр точнее. Просто все по чуть-чуть, и это дает уже преимущество в раунде, да? Посмотри, сколько там оставалось. 2 человека, 2, 2, 1, 3. То есть никто никогда не было что-то такого в сухую. Даже на экономических раундах у нас умирало 2 человека. И это о чем-то. О чем-то, но все-таки говорит. Ну что ж, тем временем 0-7, и мне кажется, что стоит сделать Counter-Strike немножечко громче, если вам будет мешать. Вы опять же можете отписать мне в чат, я мгновенно пофикшу все это. И что у нас? ВСК снова с АВП и очередной бай. Вот уж точно теперь на последние деньги залет ХАЕшка, промахивается ВСК. Остается у него 9% здоровья и отходит глубже в плент. Ну вот ВСК. И вот сейчас на лахе выжил. Могли похоронить его прям там. Ярослав ловит ХАЕшку чуть ли не под ноги. И убивает его кэрри-плеер. Вот шикарная игра от кэрри-плеера. ТБЕ. Кинул флешку, под эту флешку выходит тиммейт, но все боятся выходить, там Sunrise готов, если что, принимать. Sunrise, давай. А, там кто-то стреляется, нет, это не там, это просто стрельба. Клуди боится, понимать, что там выходит. Sunrise видит Клуди, но Клуди справится с стрельбой и хэдшотом, точнее выстрелом в тело после хэдшота, добивает. 3 в 5 ситуация, ВСК с АВП, играет он, кстати, где? А играет он за статуей. Вот это похоже на первый раунд для хэндфейса, и по экономике, если что, дроп будет, но на один раунд вперед у Dynasty of Rulis, понимаете, вы берете 7 подряд, и вы просто из-за того, что не выживаете, проигрываете раунд. Здесь Никиша с кэрри-плеером готовы принимать апплент, но это выход-то будет под бейтом. ТБЕ, Клуди принимают апдаун. Хорошее решение принимать вдвоем апдаун. Как оно сейчас будет реализовано? Минус бланкфейс. Прочитал своего оппонента и боится теперь у нас выходить. Голден. Ну, вдвоем мало что сделают, хотя нужно добить хотя бы Клауди. И добивают у нас прострелом в голову. Ждут с хелпы, но здесь кэрри-плеер справляется со своим... решением, ну, как это, справиться со своей задачей, извините, каким решением. Просто бывает под ночь, вы понимаете, все дела. И 7-1. Взяли хэндфейс свой первый раунд. ВСК с АВП, нету АВП у Dynasty of Rulis. По экономике у них все очень и очень плохо. Посмотри, 1400, 1300, 700, 150 и 0. А пошел Молотов. Молотов так себе. Здесь Sunrise. Sunrise забегает, а что ты? Sunrise они ждут, и ВСК на узуму убивает, только Sunrise, правда, остается самый 12-хиповый, и его простреливают через смок. 8-хиповый Ярослав, кэрри-плеер все еще играет в апдауне, здесь Клуди пытается играть за стауты, за статуи, его чекают, и минус Клуди. А кэрри-плеер и Никита.
Киша остаются вдвоем. Кириплеер играет на сабдауна, и Никиша играет шарта. Пошли раскидки, ждут Ярослава. Ярослава не ждут, но все-таки догорает Ярослав, но Ярослав успел перед смертью здесь что-то забрать. Кириплеер пропускает, но не ловит немножечко такой тайминг, его чекают. Ну что ж, 1-8. И проблема в том, что когда проигрывали у нас хендфейс и 7 СВП, ой, господи, 7 СВП, почитал чатик, называется, 7 подряд, они имели офигительную экономику на каждый раунд. То есть, да, у них все было плохо с раундами, но им по 3К давали на руку за каждый раунд. А сейчас им по 1000 дает, и вынуждены они играть экономический раунд. И вряд ли что делать с экономический раунд. Здесь Верением дропается апдаун, идут на аплен через апдаун, убивают нас Верением. Никиш, который единственный человек, который дефал аплен, заходит и понимает, что это подарочный был. Ну, то есть тяжку Sunrise, плохим зажимом убивает одного, и здесь его обходит спину Клудис. ТБЕ. Ярослав играет на деревяшке, как пострелить через толпу, но вот пока что не получается. Играет у нас ТБЕ на балконе, его сразу накатывают ВСК с револьвером. Сможет ли он что-то сделать? ВСК и Клудия. Ну-ка, смогут ли они растащить? А вы, конечно же, пишите в чат, за кого вы болеете, кого вы считаете фаворитом в этом матче. Ну, возможно, хендфейсы камбэкнут. ОСК. А, ну и пишите причину, почему. Если хотите, конечно же. Клуди и ВСК. Ну, решили засейвить. В принципе, грамотное решение, когда экономики нету. Почему бы и не засейвить? Бомба взрывается. Здесь ну, ВСК что-то сделал. ВСК отстрелил двоих, и я это не увидел. Господи, ну... И, конечно, я и ретард. Лайф в итоге убил ВСК. 1-9, а это вполне могу сойти за хайлайт. ВСК. Ну, в общем, 1-9. Равно, правда, остается у нас Династия оф рулес этот раунд. Играют втроем на Б. Один играет в апдауне, прилетает хаешка на 50 хп у нас кириплееру. И снова он стоит в апдауне с дробовиком. Здесь в яме у нас играет Ярослав. Ярослав должен выходить сейчас на ВСК. ВСК выходит, и ВСК его зажимает. Ну вот, немножко не повезло Ярославу со стрельбой. А Blankface понимает, что не стоит выходить туда. Хотя, может быть, желание размять своего тиммейта возьмет над ним вверх. И ТБЕ! Увидел ТБЕ! Какой хороший хэдшот от Санрайза! Правда, молотов взлетает в дым и сразу же гаснет. Что у нас по АВП? Кто у нас играет за дальним? А играет за дальним у нас Клуди. Санта Калашник взлетает флешка на 23 хп. Оставляют у нас Клуди и еще одна флешка. Сейчас под эту флешку будет у нас Клуди выходить. Но здесь Санрайз играет за ящиком. Ой-ой-ой, что я вижу? Blankface уже вышел через яму, ожидает из неожиданной позиции. Может пропускать и может делать огромное количество киллов. Blankface. Ножик, нож, давай, нож и нож. Отличная игра от Blankface. И Blankface. Еще минус ВСК. Никиша. Кстати, там уже разметчик, пока что мы смотрели за ножом. Разметчик произошел, ситуация 2-2, правда, двое красных. И у нас снова выходит Blankface спином и зажимает, но ничего страшного. Никиша с 4 хп, 28 секунд остается. Бомба в яме. Ну ладно. На хелпе, я хотел сказать, играет Клуди, но он уже играет из таверны. Никиша, 4 хп, просит паузу у нас, ребята. И Никиша сидит на бомбе, сидит на бомбе, палит бомбу, зажим, минус один. 4 хп, нет. Не справляется все-таки со вторым игроком, но хорошо, зажал первого. 1-10, просит паузу у нас, ребята, но... мы играем на CVMix, к сожалению, это не наши сервера, но вот сайт у нас... Сверхпауза. Нет, все-таки поставили нормальную паузу. И это не может не радовать. Значит, здесь кто-то следит за нами, сидит, и никаких вопросов по финалу не будет. И это самое главное, чтобы никаких вопросов по финалу не было. Что же, мы ждем, пока пофиксит проблемы. Скорее всего, это была тактическая пауза, чтобы как-то расшевелить свою команду, чтобы обдумать пик на следующие раунды. Ну, действительно, все-таки нужна им тактическая пауза. 10 раундов отдать атаке — это много. Ну, это действительно много. Просто понимаете, как бы да, здесь ты сильная сторона, но не то чтобы
настолько сильно, ну, максимум 8-9 раундов я бы здесь отдал. Хотя мне постоянно команды доказывают обратное, что они готовы показывать себя полностью в атаке, что они готовы атаковать на этой карте. И что я постоянно ошибаюсь на своих стримах, говоря про то, что 10 раундов это слишком много в атаке. Возможно, мне сейчас опять же докажут обратно, хотя нет, там есть закуп Клуди, и у нас снова лагает денежная система от Valve. Клуди ведь 150, все закупились на то, что у него было. Знаете, такой поселенский бай. Там поселенец сходил, купил, там себе дробовик какой-нибудь выходит. У нас Ярослав и Никиша, хороший хэдшот по Ярославу в СК. В итоге у нас играет ЦЗшка, играет у нас из ямы Blank Face, ну, вот так. Слышит передвижение своего оппонента, сейчас должен находить в спину. Здесь агрессивно играет ТБЕ, где-то уже убили в СК, ТБЕ. Blank Face, да, как я играл, выходит в спину, но Blank Face хорош. Blank Face просто по кулдауну выходит у нас в спины. Всякие ножи, ну, и просто большинство для своей команды зарабатывает. Blank Face, на каком месте? Blank Face, при том, на последнем месте, но его выходы далеко не последние по значимости. Здесь Sunrise, как же ему не повезло. Но сразу разменивается его тиммейт у нас Golden, остается лузовый Симонсик и ТБЕ с дробовиком. Что это играет с ЦЗшкой, ТБЕ бежит, ТБЕ, ЦЗшка в руках и голова, точнее пуля в голове Клуди. Апдаун, что он будет играть как с апдауна хороших что-то от Клуди. 1-10. Ну, здесь его дальше добивают. Что же, шикарная игра. И опять пистолеты от хэндфейсов. Просто пистолеты от хэндфейсов. Ну, вот как-то так. Хаешка летит в яму, на этот раз в яму никто не идет, хотя могли бы и сфидить там Никиша. И опять форсбай, опять этот плохой бай, с которым они вряд ли выиграют, надеяться на чудо, которое поможет им выиграть. Не хотят они делать ни в коем случае какой-то экономический раунд, здесь уже отстрелят у нас в СК Ярослав слышит, как стягивается у нас на хелпу, и сейчас должен брать у нас Blankface. Blankface, да ты же блайнфа! Ярослав тем временем выходит в спину, пошел Молотов. Нет, не пошел, здесь Blankface. Нет, не справится с стрельбой, Никиша его перестреливает. Все считает Никиша с Фамосом. Никиша, нет, Никиша получает голову. И последний Клуди, 1-4. Ну, Клуди, забирает Ярослава, и отвратительный зажим от Клуди. 4. Нет, уже. 5-12 у ТБЕ, 1-12 общий счет нашего матча, 14 раунд, и ждем. Что ж, Ярослав пошел рашить яму, а здесь тем временем у нас вчетвером играют на планете Б, шли под пушки ВСК, в ВСКах пушат хэшот от Санрайза, хорошая игра от Санрайза, что у нас будет дальше? Санрайз. Санрайз слышит передвижение, и Санрайз еще должен убивать, хотя нет, там уже заходит на планет Никиша, выходит в спину, выбивает бомбу, и сейчас будет почти бомбу Никиша, но здесь Ярослав сбоку, его убивают, Никиша, и Санрайз добивает Никишу, бомбу должны брать, ситуация 3-4, ТБЕ, Кэрриплеер и Клуди будут ли брать этот раунд. Ну что же, ТБЕ играет у нас, так сказать, прикрывает спины своих тиммейтов. Тем временем Клуди отправляется к братцам, Кэрриплеер стреляет и стик, кто-то зажимает по одному, красного стоит второго, но, к сожалению, его не добивает. И здесь ТБЕ должен отстрелить хотя бы одного, ТБЕ слит красного, ТБЕ должен добивать, ТБЕ. Ярослав, ты что делал, алло? Ярослав, привет, там как бы ТБЕ, Голден, ой, вот эта реакция у Голдена, вот это он дернул мышкой. А тем временем у нас 1-13 ведут Династия оф Рулис, и как-то не очень мне нравится эта игра, честно уж говоря. Последний раунд первой половины, соответственно, закупаются кто чем может. А, у нас здесь тоже хаешками закидали кого-то в яме ВСК. Перезаряжается, получает у нас
интереснее. Киша здесь хоть отстреляться, но это отданный раунд. 1-4. Я даже не успел ничего проговорить, потому что как-то мгновенно у нас все КТшники нафидели. Просто, знаете, такой Suicide Fest. Просто почему бы нам бы не сфидить? И пошли и сфидели. А тут целеустремленные, и всегда говорят. Ты всегда исполняешь, что говорят. Топнул у нас ВСК поднимается апдаун. Сейчас будет чекать этой позиции. И может видеть Голдена выбивает из него АВП. Играет на апдауне, топнул на апдауне. Ярослав его ждет. Ярослав ставит точку на голове ВСК и точку в этом раунде. Ну что ж, династия оф рулис 1-14. Фух. Ну вот, я думаю, если сейчас династия разберут пистолетку, я думаю, здесь все понятно. Все с этим понятно будет. Но все же мы продолжаем смотреть. Надеюсь, GoTV, как обычно, не отключит на последнем раунде. И мы сможем увидеть с вами финал. Blankface, династия уходит в спину. Давай, Blankface. Нет, его увидели. И хедшоты. Нет, давай. Нет, получает в голову от ВСК. Здесь заходит уже на планта. И, по-моему, отдали пистолетку. Но два раунда защиты они все-таки возьмут. Ты давай. Здесь времени. Хороший два. Что-то с глока. Три хедшота с глока. И ладно, пистолетка, по-моему, тотально уходит за хендфейсами. 1 хп, Ярослав, все почикают, почикали Ярослава. И очередной нож, и еще раз нож. Ну что же. Два 14 форсбай от династии оф рулис, и как они будут исполнять свой форсбай, это очень важно. Если они будут исполнять его бездарно, то зачем они, собственно, его брали? Не раш, голден, нет, брат, стой, зачем тебе раш? Здесь есть прекрасная позиция с ЦЗ, там же тебя ждут. Его как раз таки ждет там Никиша. Там вообще что-то видно? Да, видно. Так что не зря ждет Никиша, если кому-то интересно, как смотреть лонг, вот она, позиция Никиша выходит. Играет очень закрыто у нас династия оф рулис и правильно делают. Используют максимально преимущество своих позиций, чтобы, если что, выйти. И выйди в спину сейчас, Голден. Не чекает его никто. Голден в голову. И еще второго Голден. Просто что творит Голден? Клуди. Готов с Галила наказывать. Клуди. Давай, Клуди зажимает, и не попадает произошло. Кстати, тем временем там остается два террориста, Никиша умирает от рук Голдена, зажимает Клуди, и что-то 2-15, ладно, вот и форс пришел. Вот и пришел форс на нашу голову. И закупаются у нас пистолеты, соответственно, хэндфейс, ибо выбора у них никакого нету, вообще никакого выбора. А, так, 9-й, диглы, по 250-й, все дела. И, блин, пойдут рашить Б. Ну, как банально, я хочу сказать, молотов. Сразу откидывают нас на молотов. Хаешка, который сейчас покуцает всех в СК, который убил уже кого-то в апдауне. А, и сейчас, по идее, Ярослав должен творить. Но хотят отлетать ему хороший молотов. Ярослав получает из дигла. Ярослав, хороший хэдшот по керри-плееру. Здесь что-то серия разменов, которую я опять пропускаю. Спину прикрывал у нас Голден. И 2-2 ситуация. Ставится бомба. Бленк фейс. Минус ТБЕ. И в СК один против двоих с надеждой на победу в сердце и пистолетом P250 в руках. ВСК хорошо замансил. Слышал своего оппонента. ВСК выходит. А здесь Голден сидит за камнем. Мы его прочекли. И это ГГ. Ну что же, поздравляем мы династию оф рулис с разгромной победой хэндфейсов. И с вами был Faster One Light. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Смотрите Game Show Open. Участвуйте в нем. И еще раз до скорых встреч.